Всем привет, с вами вторая серия Rust Hunters, и сегодня мы начинаем разбирать BMW 2002. Начнем мы со всего внешнего, и в общем надеюсь, что болгарка нам сегодня не пригодится. Если пригодится, то она у нас в принципе всегда под рукой. Что, надеваем перчатки и поехали. Ярик, бачок! Пока! Конечно, вещи, вот этот колхоз, уже кто-то его здесь сращивал, поэтому просто перерезаем эти все провода, это все шланги у нас будут новые, особо не церемонимся, достаем бак. Оп. Так, трубочка. Ярик, бачок! Хороший доступ к редуктору. Все вот эти вот пластмасочки, их уже кто-то снимал до нас. И они, конечно же, уже подзакоцаны, поэтому стараемся максимально не навредить. Блин. Ну что, поострее. Клац. В принципе, машина очень простая. Просто нужно немного знать, где что расположено, всяких мелких деталей относительно мало. И вот такие вот всякие штучки мелкие лучше захлопывать, так как болты свои, специфические, лучше их вкручивать на место, вот как, например, ручка стеклоподъемника или опускание, открывание двери. Вот карта была родная, но ее немного подзаколхозили и сверху какой-то кусок от тридцатки налепили, непонятно зачем. Теперь разбираем, снимаем карту. Сначала снимается хром. К сожалению, хром тоже закосанный. Пипец. Какие-то вандалы просто его собирали до этого. Карты будем перешивать. Блин. Но все равно косать не хочется лишний раз.
Давай вот эту фигню сниму. Я ебу... Это разбирается, после того, как кто-то неправильно собрал. Очень непросто. Фух. Мало ставилось непонятно кем. Поэтому даже простая операция может занимать полдня. Стружки, как и в остальных старых моделях BMW, ручки на потолке от E30 точно такие же, без изменений. А вот тут эти вот все маленькие резиночки и уплотнители на безрамочных окнах, здесь уже свои, и нужно быть реально с ними очень аккуратными, потому что пока что найти оригинал у меня не получилось. В общем, у кого есть в хорошем состоянии или новые вот эти вот уплотнители, которые уже, блин, рассыхаются, и реально очень сложно сохранить их, снять. Приходится быть аккуратным. Будем стараться найти новые эти резинки. Но сейчас надо сохранить эти. Потому что когда кузов покрасится, вот эти все косяки по резиночкам, они будут очень сильно кидаться в глаза. Вот этот... Молдинг, он похож на неоригинальный, кстати. Что-то приклеено уже. А этот весь пластик, он очень хрупкий. Потому что ему уже кучу лет. И походу его кто-то еще приклеил на герметик.
порожек двери внутренней похож на Е30, но он сделан цельным с салонным порожком. На Е30 это разные детали. Здесь, видите, машина комплектная, это, конечно, очень классно. Можно будет попытаться поотмывать эти всегда. Кто-то уже колхозил на вот такой вот герметик непонятный. Ага, вверх поднимается. А, точно так же, как и на Е30. Вот, BMW молодцы. Стабильность. С этой стороны снять пепельнички заднего ряда. Потому что курить раньше было модно. Даже не вижу улицу из салона, это радует. Так, теоретически можно вынуть ковер. Со стороны пыль сыпется. Или труха, что-то. Так, какая труха, не гони, в плохом состоянии. Ну, такой. We'll be right back.
дави со мной чуть-чуть. Сейчас, должно быть. Стой, ослабь. Здесь? Да.
Итак, серия по разборке 2002 подходит к своему завершению. Мы сняли двигатель, разобрали полностью весь салон, вытянули проводку, вытянули все, что может покоцаться при пескоструе. И сейчас мы заканчиваем обдирать заводскую виброизоляцию. И в следующей серии мы уже погоним тачку на пескоструй, а те элементы, которые песочить нельзя, такие как капот, крылья, большие плоскости и крышу, будем защухивать болгарками вручную, чтобы не повело плоскости, чтобы сохранить геометрию. Что по Е10 я могу сказать? Машина, конечно же, не очень технологичная, поэтому такие моменты, как просто вытянуть весь жгут проводки, заняли очень много времени. То есть вы не можете, как в обычной тачке, в серийной, более-менее свежей, взять за блок предохранителя и всю косу вытянуть через заводские отверстия в моторном щите. Здесь нужно все разъемы отсоединять, потом вытягивать провода и потом обратно засовывать все эти разъемы обратно, для того, чтобы в последующем при сборке у вас не было казусов с тем, что какие-то разъемы и провода не соответствуют по цветам и по всему остальному. Найти какие-то схемы по цветам, именно по проводки у меня пока что не получилось, но я думаю, я еще погуглю американские форумы и англоязычные. На русском, конечно же, никакой информации нет. В целом, я очень доволен состоянием этой машины по кузову, по металлу именно. Она очень живая, несмотря на то, что у нее уже был до этого какой-то ремонт, не очень качественный, но сохран именно по всем водоотводиком, сливчиком, у нее достаточно неплохой. И я думаю, что у нас получится сделать отличный экземпляр, реплику BMW 2002 Turbo. Подписывайтесь на канал Кабина Рейсинг. Это Rust Hunters. Пока!